Всем доброе утро. Идем на работу. Я сегодня посмотрела температуру. Обещаю 27 градусов. Представляете? И я первый раз в этом году иду без колготок. Я что-то смотрю, все уже ходят без колготок. Думаю, а я что, в колготках буду париться? И вот решила тоже без них. Посмотрим. Ну, не думаю, что я замерзну. Так что едем на работу. Смотрите, все протестуют, потому что смотрите, что у нас творится. Что-то запастовка, наверное, что ли, мусорку не вывозят. И так по всему городу, я вчера заметила. Что за фигня? Офигеть. Зарастаем мусором в Испании. Кстати, про мусор в Испании. Мой первый опыт был, знаете, когда? Когда я только приехала в Испанию. Прямо мы вышли. Ну, на следующий день мы прилетели ночью, поэтому нифига ничего не было видно. Но утром я увидела, что везде мусор. Тоже бастовали. Это были такие горы мусора, что пипец. Я когда увидела, чуть не охренела. Я до этого же в Москве жила. А в Москве-то было все чистенько, все хорошо. А тут горы мусора. И я такая, это что вообще? Я куда попала? Вроде бы Испания, европейская страна, все должно быть чисто. А тут такие горы мусора. И это продолжалось, наверное, дня три, представляете? Ну, был ноябрь, конечно. Но у нас частенько такое бывает. И летом, представляете, летом горы мусора. Три дня лежат там, гниют. Это же вообще пипец. Бывает такое. Вот. И, видимо, вчера... У меня вчера муж чуть-чуть приболел, мы ездили в скорую помощь. И вот пока я его ждала, у него ангина, оказывается, по городу там с Чарли гуляла. И было тоже... Ой, блин, сейчас. Очень много мусора, и я сразу еще обратила внимание, что офигеть, сколько всего. Опять, наверное, забастовка. Бастуют. Нашли время. А специально выбирают такое время, чтобы властям было... неудобно, и нужно решение быть принимать быстро, потому что праздник, много туристов. Ну и что-то разрогатилась, дорогая. Праздник, много туристов, и то есть мусор не оставишь. А вот тут, смотрите, убирают. Хотя нет, тоже вон, смотрите, уже полные. Их просто здесь много, а вот они уже вылазят тоже из баков. Скоро тоже будет кобздец. Видите, там уже стоит. В общем, так вот. Что ни день, то забастовка. То таксисты бастуют, то мусорщики. Так, ну куда вы претесь? За мной вон у вас есть этот. Сейчас везде вот такие знаки. Блин, батарейка садится. Что на дороге этот, как его называется, отсвечек, воск. Нужно быть аккуратнее. И скользит дорогу. И теперь мы месяца три еще будем вот так... скрипеть колеса по воску. Ну, как, так как процессионные идут, вот, все со свечками идут сзади святых. И, естественно, ну, так классно поливается. В общем, иду еду домой, ой, домой, на работу. Жарко, сейчас надо окошко открыть. В общем, я тут в Меркадоне взяла себе уже арбузик, тунец, морковку хочу сделать. Смотрите, она очень удобна, ее пилить не надо. По-корейски хочу сделать. Мужа стою, жду. Он сказал, приедет сейчас. Зачем приедет, я не знаю. Гуакамоли. Сало не нашла, нашла вот такое. Вот, ну, попробую вот это засолить. Сколько тут, полкило? Не знаю, получится. Ну, получится-то получится, но оно это для барбекю, чтобы делать. Ну, я засолю. Что делать? Нету сала. Вот такую гадость мне нравится, вкусные. Они из... Стою на полпути. Из это, из маис. Кукурузный, очень вкусный. На десерт взяла вот такие чизкейки. Ну и там вот это сардины взяла в томате. Иногда хочется. И кофе. Все, в принципе, мне больше-то ничего... Да мне половина из этого ничего не надо было. Смотрите, арбузики. Я не знаю, почему нигде нету, кроме Меркадоны. И вкусные Меркадоне арбузы. Вот сколько? Раза три брала, и ни разу мне не это. Не попались плохие.
клубника. Смотрите, сколько клубники. А почем у нас клубника? Клубника у нас 2 евро килограмм. Ну, я беру понемножку, она очень быстро портится, поэтому не килограмм обожраться. Я лучше по 300 грамм возьму и не выброшу. За 2 дня съем. Дыни. Дыни круглогодные. Круглый год тоже 1,89 рубля. В общем, если не резанные, то дешевле. Если резанные, то дороже. Но это 100%, это логично, да. Но большой арбуз мне много. Нам много. Пока еще как бы не сезон, слишком арбузный. Холодно. Я вообще замерзла, знаете. Думала, не замерзну без колготок. Фикушки, замерзла. Блин. Мы уже сходили с Чарли, погуляли. Да. А у нас закончилась весна. Посмотрите, как все пасмурно, похолодало прям. И дождь передают. Вообще пипец. Недолго мы радовались хорошей погоды, погоде. И на завтра дождь передают, и не знаю. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Я сейчас, знаете, что буду делать? Я сейчас пойду на процессион, на шествие. Чарли, вам. Вига. Уже холодно, чтобы быть открытым дверям. На процессион пойду. Я в среду всегда каждый год хожу. Это как бы для за здоровья будет, по-моему. Очень красивое. Заодно вам покажу. Вообще мне очень нравится. Там, кстати, его несет наш родственник. Вот. И очень красиво. Кто не видел, может на следующем году... Ой, в прошлом году я все снимала. Я, по-моему, несколько раз в неделю ходила. Снимала. В этом раз в году что-то не очень охота. Все одно и то же. Все как бы... Это для верующих. Да, вот они там ходят все, знаете, верят там. А для меня это театр. Поэтому как бы я этот театр уже видела несколько раз. И все одно и то же. Но вот это вот сегодня, которая по средам, мне очень нравится. И всегда ее смотрю, хожу. Но даже, знаете, не как выходит из церкви. Потом она делает это шествие по городу, круг. В общем, обратно его заносят в 12 ночи. Представляете? В 8 начинают. 4 часа по городу они его носят. В общем, сейчас все увидите. Посмотрите, как мусорка у нас тут. Другая уже, видите, скоро уже пройти невозможно будет. И так все мусорки города, представляете? У них забастовка. А вот в городе, в котором я работаю, деревушки, там нет. Это только в этом городе, представляете? Каждый год забастовки мусорки. Я даже не накрасилась, ничего. Ну, неохота. На ночь глядя уже было. Я почему-то сегодня думала, что никуда не пойду. И напрочь забыла про это процессион. Это шествие мне очень нравится. Поэтому пропускать его как бы не хочется. И краситься не хочется. Но я и так красивая, чего, господи. Я сегодня брови покрасила, как вы могли бы заметить. Усики убрала. У всех у нас есть усики, да? Если бы не было, то зачем продаются тогда специальные такие восковые полоски? В общем, не прям бурные такие, чтобы их брить. Ну так, на солнце блестят. Смотрите, как у нас пасмурно, как погода изменилась. Вообще, вчера было лето, сегодня опять. Надеемся, что на следующей неделе, на нашу Пасху, все изменится. И погода станет хорошей. По крайней мере, в воскресенье, не в это, а в следующее, да? Как раз совпадают выборы. Здесь у нас наша Пасха. Будем отмечать по полной. Ну, будем надеяться, что погода будет замечательной. Вообще, какая-то весна в этом году никакая, скажем так. Плохая. Ладно, пойду я. Мне еще немножко далековато пешкарусом. Смотрите, сколько народу здесь. Я шла и думала, сегодня это или не сегодня. Может быть, я ошиблась. Но, судя по народу, то сегодня. Знаете, в прошлом году на Пасху, ну, на Страстную неделю, было намного теплее, чем в этом году. Ну, будем пробиваться туда поближе, чтобы нам все было видно.
8 они, вроде 8 выходит, начинается все, время без 5. Видите, как вроде бы сидят, семечки грызут. Как-то странно все это мне. В общем, буду пробиваться. Вот видите, начинается. Кстати, ровно 8, представляете? Вот выносит Иисуса на кресте. В тишине. Сейчас песню будут, но он начнут петь. На вытянутых руках, видите, это очень сложно, потому что весит много. Смотрите, цветы сидят. Почему-то из одного окна только. Он сейчас будет разворачиваться, этот крест, потом, когда будут выносить его маму, он будет в ней как бы плясать, сейчас все увидите. Видите, это как бы как танец, что ли. Следом идет мать. Кстати, она не помещается в эти ворота, и они, вот кто ее несет, во-первых, она очень весит много, и они, им приходится на корточках No, no.
поворачивают Иисуса лицом к матери. Сейчас его поставят. Начинают выносить сети, люди находятся внизу под этой статуей, да, она очень тяжелая, там человек 30-40, и есть вот женщина или мужчина, вот в этом случае, видите, женщина, которая их направляет, потому что им же там ничего не видно, куда они идут, весит это вообще тонны, может и 2 тонны весить. И на корточках, на коленках, представляете, как это тяжело. Видите, они как прям тютелька в тютельку все. Буквально вот благодаря вот этой женщине, которая их, им говорит, как куда идти, двигаться. И на коленках. Иерусалим, и когда его, Господи, как это, распяли. Это среда, когда он крест нес, и все шли за следом. Ну, это кто Библию не знает, можно почитать Библию. Ay,
Как здесь говорят, она танцует под музыку. Теперь они, и там уже Иисус впереди, и за следом мать, они пойдут как бы гулять по городу, да, и все верующие пойдут следом. У кого-то кто-то пообещал там, например, босым пройти все это время, ну там, я не знаю, вдруг у кого-то родственник выздоровел благодаря там молитвам, да, и вот они идут босые, и некоторые глаза закрывают, в общем, верующие. Ну, конечно, большинство вот из всех здесь глазюки, глазеющие. В их число вхожу и я. Ну, я, конечно, верю, но вот это все для меня это как театр, да, для меня больше церковь, но все равно очень эмоционально, и иногда вот если задумаешься, то да, пробирает. Сейчас хочу попробовать пройтись и потрогать, знаете, все трогают для здоровья там. Это вообще святая для здоровья. Поэтому сейчас пойду попробую поближе. Видите, они там внутри. Видите, все внутри. Им ничего не видно. Так она выглядит сзади. А там все верующие. Это у нас мэрия. Там церковь. Туда украинский батюшка приезжает. Куда я раньше ходила в церковь. Ну, может, я не знаю, в это воскресенье же тоже праздники здесь. И наше вербное воскресенье. Я хотела пойти, но я даже не знаю, где теперь будут делать-то. Все сюда идут, потому что она здесь будет проходить вот тут, святая. И вот так идут следом, следом, следом. Навстречу уже теперь иду. Едет машина, которая все убирает мусор. Потому что очень много людей семечки грызут. Вообще это площадь становится грязной, видите? Быстро все убирают. Все, друзья, уже сходила в душ. Буду уже ложиться спать, время позднее. Не знаю, на завтра прям дождь передают, пипец какой. Так что поживем, увидим, что у нас завтра будет. А на улице везде мусорки переполнены. Это вообще будет крах. В общем, следите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока, до завтра.